Приветствую! Сегодня у нас на обзоре Bullpup от ROG. Это новый егерь в калибре 5,5, редукторная версия. Егерь и Bullpup у нас редкие гости. Настолько редкие, что КСПЗ-шного егеря у нас в руках не было ни разу. И всегда хотелось посмотреть на него вблизи, потрогать, может быть, оценить конструкцию, пострелять, поработать с ним. Но как-то все это дело не складывалось. И поэтому егерь у нас ассоциировался в основном с карабинами. С ними мы работали много, упорно. Получили массу положительных эмоций. Перестволы, ну и все, что связано с тюнингом этих изделий. Шайбы, парашюты и все остальное. Вы видели эти ролики на нашем канале. Изначально в Bullpup переводились карабины. Были такие так называемые кит-комплекты. Это мостик, который крепился на коробку. На штатный вивер, на ствольная втулка была, ствол при этом как бы оставался условно вывешенным, был какой-то перенос спуска, ложейки делали различными способами, либо пилили из штатных, либо делали на заказ. Затем КСПЗ начали выпускать егерь и Bullpup штатно, но их было настолько мало, они были настолько редки, что, как я вам уже сказал, с ними мы практически не встречались. При этом Дмитрий Торохов успешно ездил с этими Bullpup'ами на соревнования. Стальной Вармин, стальной БР-100. То есть доказывая тем самым, что ТТХ прекрасного карабина, они не сильно потерялись при переводе в Bullpup. Но на самом деле не все здесь было так очевидно. Был ряд спорных вопросов, которые требовали какого-то решения. Также дизайн винтовок немногим нравился. Он был угловатый достаточно. Ну, такой на любителя. Давайте мы этот экскурс в историю уже оставим и поговорим конкретно о том изделии, которое сейчас находится перед нами. Я не хочу проводить никаких параллелей, потому что, как я вам уже сказал, мне не с чем сравнить. Я воспринимаю данное изделие в таком виде, как оно сейчас есть. Итак, это редукторный Bullpup в калибре 5,5. Ствол закреплен в коробке на резьбе и проходит через полимерную втулку, через восьмерку. На восьмерке реализован перенос спуска, двухсторонний предохранитель. Винтовка комплектуется лотком для однозарядной стрельбы и магазинчиком. Резервуар и ствол развязаны в восьмерке, то есть и изменение давления в резервуаре никак не оказывает влияния на СТП пули. Это извечная проблема Bullpup. Здесь она решена достаточно изящно. Модер интегрированный закрывает практически половину ствола, доходит до восьмерки. Глушит достаточно четко. Также есть резьба на торце ствола и есть возможность установки дополнительного модератора, при установке которого звук выстрела значительно-значительно уменьшается по сравнению с тем, что есть сейчас. Ну и в данном варианте он достаточно комфортный, настолько, что я бы даже не стал заморачиваться на эту тему. То есть, если винтовку разгонять не предполагается, дополнительные модераторы, ну, не совсем вижу смысл в них. Мостик для оптики с планкой вивер. Здесь хороший четкий вивер. Достаточно, в принципе,
длины планки для установки оптики. Ну, вы видите, что у меня опять стоит этот мой прицел сталкер дежурный, который на выносном моноблоке. В таком варианте мне достаточно комфортно, но можно, в принципе, на пару зубьев даже сдвинуть. Коробка имеет деревянную щечку, которую в дальнейшем планируют заменить на пластик. И как мы можем видеть, коробки буллпапов и карабинов теперь совершенно разные. То есть они не взаимозаменяемые. Есть только общее это крепление к трубе ударника. И все, видим, здесь установлена редукторная проставка. Поворотный колпачок заправочного порта здесь находится. Все достаточно комфортно и современно. То есть нет этого накручивающего на резьбе колпачка, который раньше мы там колхозили, делали вырезку для того, чтобы можно было удобнее его заправлять. Здесь с этим все сделано достаточно четко. Я был очень удивлен, когда увидел полноценную еврошину, которая находится на ЦВЕ. Первая мысль, которая появилась: вау, как круто. Вторая мысль: а зачем это сделано? Это же буллпап. Что сюда будет ставить пользователь? Для чего нужна вообще еврошина? Еврошину используют спортсмены. Для того, чтобы сюда крепить ремень, который используется при стрельбе с различных положений. При этом положение этого ремня должно варьироваться. Для этого, собственно, есть антапка специальная, которая по еврошине скользит. Сюда ФТшники крепят хамстеры. И можно крепить сюда сошки, как вы видите. Но хамстер владелец буллпапа ставить сюда не будет. Антапку для ремня регулируемую я тоже не думаю, что он будет сюда ставить. А для того, чтобы сюда установить сошки, необходимо заказать определенную деталь. Деталь эта называется антапка для еврошины. И вот скажите мне, пожалуйста, если вы сейчас навскидку даже поставите на паузу это видео и пойдете гуглить, то я не уверен, что вы ее найдете очень быстро. Более того, вы найдете ее, если сильно захотите, естественно, в спортивных разделах, либо на сайтах крупных производителей спортивной пневматики, таких как Аншунс или Штейр. И там такая антапка будет стоить около 1500 рублей в переводе на наши деньги обычные. Плюс добавьте сюда доставку, то есть антапка выйдет вам по цене дороже, чем реплика Харрисов китайская. Ну, то есть какой-то здесь когнитивный диссонанс возникает. То есть зачем это было сделано? Ну и в дальнейшем, я так полагаю, что когда перейдут на пластиковую спусковую скобу, вот эти еврошины уйдут. То есть такой вот реверанс был сделан. Немного хотел бы пробежаться по комплектации винтовки. Она, кстати, здесь достаточно скудная и аскетичная. Паспорт с сертификатом, магазинчик, кстати, он другой, от старой версии не подходит, но мы с вами об этом уже говорили. Поликарбонат здесь прозрачно, видно, сколько пулек у вас осталось. 2-3 резиночки в комплекте и заправочный штуцер. Про заправочный штуцер я бы хотел поговорить отдельно. Вот так вот он выглядит. Напоминаем, что это вот это вот инжекционное формование, и он под квик идет. Это необычно, потому что в основном все производители штуцеры делают под резьбу G1/8. Это стандартная резьба для заправочных станций и насосов. Здесь же вам нужно будет заправочную станцию с квиком. Имейте это в виду. И штуцер заправочный сейчас 8 мм диаметром. То есть сюда подходят итгановские заправочные штуцера от RARVL 12 и от Крюгера. Они все взаимозаменяемые, то есть это очень хорошо и удобно, потому что масса крюгерок, масса итганов, масса вилок сейчас на руках у населения, и вы без проблем в любой компании можете заправить свою винтовку. То есть тот штуцер, который использовался ранее у егерей, он канул в лету. Но это сделано для того, чтобы можно меньше было унификации с предыдущими моделями. Ну а зачем так сделано, это уже другой разговор. Здесь пластиковый спусковой крючок. Да-да, именно пластиковый спусковой крючок. В прошлом обзоре я ввел вас в заблуждение, когда сказал, что на карабинах пластиковые спусковые крючки. Имелось в виду, конечно же, не пластик, а применение новых технологий. Литье полимеров под давлением и инжекционное формование, методом которого изготовлен спусковой крючок. То есть он
не выточен из пластины цельного металла, а он сделан по другой технологии. Вот именно это имелось в виду. Но почему-то некоторые люди посчитали это личным оскорблением, и там целые петиции, даже видеоответы стали делать. Ну, никаких проблем нет. Как я вам сказал, тот ролик был спонтанным, на эмоциях, без сценария, поэтому прошу прощения за те оговорки. Когда к нам придет карабин в следующий раз, будем делать обзорчик. По пятеркам у меня есть планы. Я обязательно вернусь к этому моменту, и мы посмотрим на спусковой крючок внимательно. Но к этому мы вернемся. Здесь как раз пластиковый спусковой крючок. И, кстати, я не вижу никаких проблем в том, что он пластиковый. То есть для кого-то это трагедия, но все производители сейчас переходят на пластик. Или перешли, или в процессе перехода. В L12 уже больше года, как перешли на пластик. Крикет перешли, калибр ган на пластик. Матадоры, Эдган Матадоры у меня уже 2 или 3 штуки было с пластиковыми спусковыми крючками, с пластиковыми предохранителями. Я не вижу в этом вообще никаких проблем. Здесь же используется не 3D-печать, вот этот вот пластик, который слоями там выпекают. Это высокотехнологичные изделия. Манометр в резервуаре, ну, no name, примерно такой же, как ставит Федор в свои изделия, и с тем же самым функционалом. То есть он брешет, повезет, если не намного. В данном случае, в принципе, погрешность я сильную не заметил. То есть у меня в баллоне было 230 и где-то 200, около 230 он и показывал при полной заправке. Ну, с учетом того, что есть разность давлений в баллоне и в резервуаре, то есть, в принципе, владельцу можно даже не заморачиваться, использовать эти показания. Плюс в том, что его можно быстро поменять, и буквально там у того же Федора можно заказать там за 280 рублей, по-моему, этот манометр стоит. Ложа. Хочу обратить внимание ваше на ложе. Оно очень удобное. Здесь есть насечка. Скорее всего, она выполнена на лазере. Потому что я вручную видел, как выглядит насечка, и даже пытался сам ее делать. То есть там используются специальные резцы, специальные наборы. Здесь не похоже. Ну, слишком аккуратно это все сделано. И видно, что это лазерная гравировка. Сделано. Ложа с пропиткой. То есть никакого лака. Можно взять любое масло и либо затонировать, либо обновить пропитку. Вообще без проблем. Это очень большой плюс. Будем надеяться, что оставят все как есть. Это очень классно. С учетом цены изделия, такая опция, она дорогого стоит. Ложа очень удобная. Хорошо вскидываться, вкладка отличная. И, как я уже сказал, прицел у меня чуть-чуть далековато стоит. Его надо было немножко ближе. Но, тем не менее, вкладка комфортная. И многие, кто вскидывал этот буллпап, когда приезжали ко мне, отмечали, что эргономика у него на высоте. Расстояние от затыльника до спускового крючка комфортное. Проблем никаких не вижу. Ну, здесь боковой взвод, то есть никаких болтов. Для тех, кому это важно, это большой плюс. Но нет переднего взвода, ну не модного сейчас. Увы и ах. Дальше была первая настройка винтовки и первый тестовый отстрел. Там три группы, две группы по 5 выстрелов и одна группа весь барабан. Пучность по краям 6-7 мм составляет. Это было что-то. То есть, во-первых, у меня присутствовал товарищ во время этого отстрела. Я его тоже усадил. Говорю, ну-ка попробуй. Мы очень были впечатлены тем, что кучность на 22-25 метров оказалась такой. Тут же постреляли на 42 метра. Кучность не вышла за пределы угловой минуты, составляла в целом от 0,9 до 0,97. Там 3 или 4 группы мы отстреляли. Это очень круто. Для изделия, которое только вот настроили, при этом не была произведена обкатка, ничего. Говорит о том, что используются очень хорошие, качественные бланки ствола. Хочется верить, что это не демо-режим. То есть, как сказать, мысли у меня такие пришли в голову, что сейчас идет завоевание рынка этим производителям. Они давно готовились к этому. Причем ценовая политика умеренная, достаточно низкая цена для таких изделий. Как бы, ну, у меня есть такие опасения, как это было с первыми КСПЗ-шными егерями. То есть первая партия идет. Потом идет уже, ну, не так радужно. Я очень хочу верить в то, что это обычная серийная винтовка, которая в дальнейшем будет стрелять как минимум не хуже. Ну, соответственно, пришла сразу в голову мысль, потому что у нас в
в субботу. Вчера прошли очередные соревнования по F-пневматик. Поэтому у меня возникла мысль, а почему бы нет? Дмитрий Торохов стреляет на соревнованиях, почему бы не пострелять мне? И я настроил эту винтовку для F-пневматик и успешно выступил. Удалось занять третье место с результатом 267,1 очков и 20 виблов удалось выбить. Занял третье место, то есть уступив первому, ну, около 10 очков. Это, конечно, достаточно большой разрыв, но с учетом того, что я стрелял с этой винтовки фактически впервые, до этого был Папов от этого производителя, и предыдущих версий у меня не было, я с них не стрелял. Я считаю, что это очень хороший показатель. Единственное, чего мне реально не хватало, это регулируемого тыльника. Мне непонятно, почему сюда не поставили обычный тыльник от карабина. И если производитель смотрит это видео и услышит мои пожелания, то я бы хотел здесь видеть регулируемый тыльник. Потому что человек, который занял у нас первое место, он стрелял из Матадора. Но Матадор там очень удачный, у него очень кучный. Плюс стрелок отличный. У него был регулируемый тыльник. Мне не хватало площади опоры, то есть плечо упиралось вот куда-то вот сюда. И из-за этого были ошибки. Я не скажу, что прям все из-за этого было. Нет, но тем не менее был дискомфорт. И мне бы хотелось видеть здесь регулируемый тыльник, и с ним бы результаты показал бы чуть лучше. Но тем не менее все равно. Показатель около 270 – это тот результат, с которым можно претендовать на призовое место на чемпионате России. Я считаю, что это достаточно крепко и неплохо. Кучность, которая получилась на 100 метров, у меня не удалось пострелять сейчас на 100 метров. Винтовка уходит уже, не будет возможности. Но, тем не менее, если взять результат вот этой мишени, которую вы сейчас видите на экране, и все пробоины сгруппировать на одной, то не больше 2 угловых минут. С учетом того, что здесь идет не просто стрельба на кучность, а здесь идет вынос с ветровой поправкой, то есть это, ну, не со всеми объективно, конечно, но тем не менее около 2 угловых минут для буллпапа из коробки на 100 метров, ну, согласитесь, это очень неплохо. С учетом соревнований, стресса, то есть это не стерильный отстрел в тире. Ну что, испытаем Егора в боевых условиях. Стреляем F-пневматик. Ну что сказать по итогу? Какие же есть плюсы у данного аппарата? Самый основной плюс — это его цена. Базовая версия стоит на сегодня 56 900. Второй плюс основной — кучность и точность. Без вопросов вообще. То есть все прелести карабинной версии сохранены в буллпапе. То есть для тех, у кого стоит выбор, компактность или полноразмерная винтовка при сохранении прочих равных ТТХ, можете смело брать буллпап. Но, естественно, он дороже будет, потому что здесь тупо больше деталей. ТТХ сравнивым. Вы можете спокойно взять эту винтовку и участвовать в соревнованиях на любительском уровне. Дмитрий Торохов выступает с этими винтовками на чемпионате России. Ну, понятно, почему он именно с ними выступает, хотя у него есть и другие винтовки. Но, тем не менее, соответственно, вы можете использовать это изделие для
выступлений на соревнованиях. Про все остальные прелести буллпапов у меня есть ролик про крикет, где я там говорил, для чего нужен буллпап. Все это применимо и к данному изделию. Он спокойно помещается в подобные чехлы. Из машины можете стрелять без проблем. С этим понятно. Какие же здесь есть недостатки? Нет регулируемого тыльника. Но вряд ли эти владельцы данной винтовки будут стрелять лежа с сошек. Но тем не менее, вот я сейчас приехал, вы видите, я сижу на берегу озера. То есть вполне можно прилечь и поработать, если какая-то дичь вдруг попадется. Сошки стрелять лежа мне очень нравится в последнее время. Я получаю колоссальное удовольствие. И стол, сейчас вот я, допустим, ездил стрелять, я даже стол с собой не беру. Вот недостаточно накидки и пенки. Все. И коврика под сошки. Задний мешочек практически. Спусковой крючок пластиковый я не считаю недостатком. Также про реализацию переноса спуска. Там один деятель возмущался, что, дескать, как ужасно все это сделано. Не знаю. Все работает прекрасно, можно стрелять в спорт. Все, о чем здесь можно еще говорить? Спуск комфортный, есть предохранитель. Не устраивает, если у вас был пап, берите классику, там нет никакого переноса спуска, ничего. Буллпап это всегда компромисс. Имейте это в виду, никогда винтовка в компоновке буллпап не будет показывать результат лучше, чем классический. У одного и того же стрелка при прочих равных условиях. Это аксиома. Я сам через это прошел. И я вижу, как стрелки на моей площадке постепенно эволюционируют. Если вы обратили внимание на те таймлапсы, которые я снимал, и на то, какие винтовки сейчас у стрелков, и те, кто смотрит мой канал уже, наверное, не первый год, вы можете сравнить, какая эволюция у нас прошла. Сейчас практически все мы перешли на классические винтовки. Сейчас у нас мода на егеря пошла. Раньше у нас были поголовно в основном матадоры у всех. Матадоры, крикеты, буллпапы. С этого все начинали. Сейчас все переходят на классику. Атаманы, егеря пошли. То есть, есть определенные требования к определенным винтовкам для определенной дисциплины. Спасибо большое вам за просмотр. Мы еще поговорим про изделия этой фирмы. Я не стал компоновать все в одну кучу, мы просто сделаем отдельные ролики на каждый экземпляр. Есть еще версия с полигональным стволом для полнотелых пуль, поговорим про нее еще отдельно. Плюс появятся обычные карабины без колбы, я их очень жду, они по цене будут очень привлекательные. До новых встреч, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Не пропускайте, делитесь ссылочками с друзьями, рекомендуйте канал наш к просмотру, переходите по ссылочкам в описании, посмотрите ассортимент у нас на сайте, заказывайте винтовки, звоните, консультируйтесь, консультация у нас бесплатная, по любому вопросу всегда ответим или пишите в обратную связь на сайте. До новых встреч!